Я хочу пригласить на эту сцену Анатолия Мякушкина. Аплодисменты. Я считаю перспективных и далеко пойдущих при желании исполнителей. Вот Алина Кифа. Аплодисменты. Алина Козлова. Вазген Аганесян. Олеся Волк. Анастасия Трухина. Анастасия Ушакова. Нэтби. И Эндри Кэ. Хотелось бы, чтобы тоже ко мне подошли. Мы обменяемся контактами. И здесь у меня предложение тоже несколько интересное. Артист — это, скажем, такая профессия, если вы ее выбираете, она тяжелая, а это не так просто. То есть кажется, что человек вышел, да, голос есть, он спел, все замечательно. Однако это не так. Приходится попотеть, приходится поработать. Выступать на разных площадках тоже приходится. Но считаю, что если душой этот человек, этот исполнитель на сцене, и он отдает со сцены частичку своей души зрителям, он пойдет далеко. И надеюсь, что участники такого проекта, такого конкурса, как «Твой шанс», которые свой шанс не упускают, пойдут далеко. Так что еще раз всех с наступающими праздниками. Счастья, всем здоровья, успехов в творчестве. Спасибо вам огромное.